История ни одного города. Это канал музея-заповедника Гатчина. Мы разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях. Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название – Павел I и Последний. Ведущие канала – заведующий научно-фондовым отделом музея-заповедника Гатчина Александра Николаевна Фарафонова и пресс-секретарь музея Николай Михайлович Васильев. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами на связи Михаил Борисович Асвалич, историк, старший научный сотрудник, хранитель фонда нумизматики Русского музея и человек, который очень давно занимается историей Мальтийского ордена и его взаимоотношениями с Россией, обладатель командорского креста ордена Pro Merita Militensi. Добрый день. Михаил Борисович, наверное, нужно очень рано заинтересоваться историей Мальтийского ордена и очень сильно увлечься ее изучением, чтобы получить командорский крест. Вот вы насколько сильнее занимаетесь, чем Павел Петрович? Нас нельзя сравнивать. Он занимался оперативной историей. Он делал то, что стало предметом моих увлечений. Поэтому он актер, а я всего лишь историк. Это разные уровни вовлеченности. Так а что же увлекло именно вас? Как обычно, случай. В 98 году мой близкий друг и коллега Валерий Архипович Семенов ушел работать в Гатчинский дворец. И поскольку он должен был делать выставку, посвященную Мальтийскому ордену, он оставил мне наследство. И вот с начала 98 года я с Мальтийским орденом больше не расстаюсь. А когда я начал заниматься историей Мальтийского ордена, выяснилось, что чрезвычайно мало известно о пребывании этого ордена в России, и вполне логично заниматься тем, про что мало известно коллегам. Из записок Семена Порошина известно, что в 1765 году великий князь Павел Петрович читал знаменитую книгу аббата Верто об истории Мальтийского ордена. Естественно, орден менялся на протяжении многих веков своего существования. Как именно представляли Мальтийский орден в Европе на тот момент? Его представляли очень по-разному. Одни считали его предметом вожделения для того, чтобы стать членом древнейшей орденской рыцарской корпорации из всех существующих на тот момент на земном шаре. Другие видели в этом глубоко прагматичный смысл, потому что было принято в Европе аристократических отпрысков записывать буквально в младенчестве в Мальтийский орден. Смысл в этом был финансовый, потому что чем раньше вас записали в Мальтийский орден кавалером, тем с большей вероятностью по достижении каких-то лет вы станете командором, то есть обладателем земли, принадлежавшей ордену и приносящей доход. И практика была такова, что если вас в младенчестве записали во Франции в Мальтийский орден, то годам 35-40 вы получали доход, равный примерно бригадирскому содержанию французской армии. Ну а чем руководствовались люди, записывая своих детей в Мальтийский орден, мы можем только гадать. Одни, вероятно, благородными помыслами, другие – прагматическими соображениями. Но в любом случае в европейской литературе Мальтийский орден – это человек без страха и упрека, поэтому очень часто маркизу Поза у Шиллера изображали на картинках с Мальтийским крестом. И кавалер Дансини, он тоже является с детства мальтийским кавалером. Есть подозрение, что для Павла Петровича даже в 11-летнем возрасте денежное содержание бригадира французской армии вряд ли могло интересовать. Явно же что-то другое. У Павла были совершенно другие мысли по поводу Мальтийского ордена, но я бы не придавал большого значения двум фразам из дневника Порошина по одной простой причине. Те, кто пишет о том, что Павел с детства увлекался Мальтийским орденом, вероятно, никогда не в руках не держали книгу аббата Верто. Это потрясающий трактат, который наполнен такого рода авантюрными историями, и там расставлены такие акценты, что Мальтийский орден сразу после выхода этой фундаментальной работы запретил работу аббата Верто, потому что там описываются и адюльтеры, и смены пола, и мальтийские кавалеры очень часто предстают самыми несимпатичными персонажами, и наоборот, представители ислама часто куда благороднее, чем христианнейшие короли Европы. Поэтому то, что читал Порошин великому князю, это, скорее всего, небольшие отрывки, которые можно было почитать мальчику. Для того, чтобы прочитать книгу аббата Верто, поверьте, это чрезвычайно увлекательное чтение, ну, нужно потратить довольно много времени. Что касается Павла, когда он стал императором,
вот его виды на Мальтийский орден были совершенно другого рода. Они, с одной стороны, конечно, были идеалистическими, но как это почти всегда связано с императором Павлом Петровичем, когда мы начинаем смотреть истоки его рыцарства, его романтизма и прочих духовных моментов, то мы, как правило, обнаруживаем очень серьезное основание фактическое для этих увлечений. И то, что Павел очень увлекался Мальтийским орденом именно как политическим инструментом, выразилось в том, что первая конвенция международная, которую Павел подписал 4 января 1797 года, была именно с Мальтийским орденом. Правда, был еще один договор, которому предшествовал, но это было лишь наследие екатерининских времен. Вот представьте себе, Павел становится императором, и первое, что он делает на дипломатической арене, это подписание конвенции с Мальтийским орденом. Французская революция, второй раздел Речи Посполитой, в результате которого польское приорство отошло России. Это все предпосылки, которые возникли еще в царствовании Екатерины II. Вероятно, в истоке всего все-таки лежит в данном случае не война, а деньги. Дело в том, что когда Россия поучаствовала в разделах Речи Посполитой, она помимо территорий, помимо многих далеко идущих проблем, унаследовала от Польши земли, принадлежавшие Мальтийскому ордену. Но земли эти Мальтийский орден от Польши не получил. Дело в том, что в начале 17 века польский магнат Острожский в своем завещании написал, что если пресечется его линия мужская, то земли должны отойти Мальтийскому ордену. Но когда он умер и линия его пресеклась странным образом, то никто не горел желанием отдавать эти огромные земли ордену. И началась на полтора века затянувшаяся юридическая тяжба. И в 1774 году эту тяжбу решили довольно таким казуистическим способом. Те люди, которые претендовали на эти земли, они стали родовыми командорами Мальтийского ордена. Получили эту землю, но должны были выплачивать деньги ежегодно, назывались деньги респонсии, в казну ордена на Мальту. Но деньги эти выплачивались очень плохо. И Мальтийский орден все время пытался добиться от Екатерины, чтобы она этот вопрос как-то решила. А Екатерина хотела от ордена, чтобы орден в ответ предоставил Мальту в качестве стоянки для русских военных кораблей в Средиземноморье. А орден на это не хотел идти. И поэтому вопрос зашел в тупик. Когда Павел стал императором, вот он наследовал ситуацию. Орден хочет от России получать деньги. Россия хочет от ордена иметь Мальту в виде стоянки. Павел решил сделать аванс. Без всяких предварительных договоренностей обеспечить деньги, которые Россия, как наследник Речи Посполитой, была должна гарантировать выплату на остров Мальту. Вот что произошло сразу же после восшествия Павла на престол. А потом события стали разворачиваться абсолютно непредсказуемым ни для кого образом. В первую очередь повлиял на это захват Мальты Наполеоном. Как раз к вопросу о деньгах и Наполеоне. Ведь эти польские деньги, они потому и важны были, что во Франции это Мальтийский орден был подвергнут секуляризации. Орден во Франции был запрещен. Поэтому это не секуляризация, а просто экспроприация. У ордена было 8 языков. Вот так получилось, что во Франции было 3 языка. Но помимо этого был итальянский язык, португальский язык, германский язык и прочие. И со всех этих земель деньги шли на Мальту. Правда, во все времена деньги эти шли по-разному, иногда с большим трудом. А когда орден начал рассыпаться после захвата Мальты Наполеоном, то практически никто денежной респонсии уже не слал. Ни великому магистру в Триест, где сидел бывший гроссмейстер Фердинанд фон Гумбеш, ни в Петербург, где сидел Павел Петрович. Потому что все решили посмотреть, что произойдет дальше. И вообще, зачем отсылать эти деньги. Забегая немножко вперед, в начале 19 века, в первой декаде 19 века, практически все европейские державы воспользовались случаем и под шумок революционных войн владения земельные ордена действительно отобрали под разным соусом, под разным видом. Кто-то превратил это в новые орденские образования, кто-то просто вот секуляризировал, как правильно сказали, эти земли. Всюду было разное, и пережить наполеонские войны смогло фактически лишь одно приорство, а именно Богемское приорство. И то во многом благодаря тому, что всесильный граф Меттерних стоял за это приорство и вмешивался, за что ему Мальтийский орден был тогда чрезвычайно признателен и сейчас.
Но самый конец 18 века они пережили, конечно, именно благодаря Павлу Петровичу. Без всякого сомнения. И та норма, которая существует, что Павел был гроссмейстером де-факто, но не де-юре, она как раз отражена во всех официальных документах современного ордена о том, что орден очень чтит ту роль, которую Павел сыграл в его истории. То, что произошло с орденом после захвата Мальты, иначе как катастрофы не назовешь. И никто не горел желанием приютить у себя рыцарей изгнанных с их родного острова. Можно сравнить цитату с единственным моментом в истории ордена, с 1523 годом, когда... Захват Родоса. Совершенно верно. Когда рыцари изгнали из Родоса, они оказались в Европе. В Европе в это время эпидемия чумы. Никому эти рыцари не нужны. И только благодаря императору Карлу V они получили Мальту, Гоза, Камино, вот острова Мальтийского архипелага, и в результате сняли потом замечательный фильм по роману Хэмлета «Мальтийский сокол». Это была как раз дань, омаж, уважение Мальтийского ордена испанской державе. А зачем это нужно было Павлу? Вот вы говорите, произошла катастрофа. Корона мальтийского магистра – это тогда, как говорится, падающее знамя. И Павел это знамя подхватил. Зачем? Здесь можно назвать очень много резонов. Все их перечисляли современники еще Павла. Первый – это достать для российского флота замечательную военную стоянку в виде острова Мальта. Простите, но Мальта в это время была захвачена Францией. Ну, можно же было попробовать отбить ее обратно. Что и произошло вскоре. Второй момент. Писали, что Павел хотел поднять нравы российского дворянства, абсолютно разложенные в царствовании Екатерины. Третий момент. Создать совершенно новые цели для российской внешней политики. Например, был прожект нереализованный — создание грузинского великого приорства. Это грузинское приорство должно было заниматься фактически освоением Кавказа. Вот представьте себе, если бы Кавказ захватывали не русские войска, а войска Мальтийского ордена. Таким образом, все европейские аристократы отправились бы не в Палестину для крестовых походов, а на Кавказ, чтобы сражаться там с неверными. А кроме того, был еще один важный момент. Его можно сравнить с ситуацией, когда в Москве находился Коминтерн. И все коммунистические партии, они были независимы. Но совершенно очевидно было, что они подчинялись Москве. И Павел, он с одной стороны Мальту сделал одной из губерний Российской империи, а с другой стороны он оставался великим магистром ордена. И в этот момент в России было две ветви власти. Ну, они, конечно, были несопоставимы по масштабу, но Павел выступал и как русский император, и как великий магистр. Это было довольно трудно юридически без долгого рассказа обосновать, но Павел I... Он подписывал свои бумаги как российский император, следующий великий магистр. Но был ряд бумаг, которые Павел подписывал как только великий магистр. И таким образом, когда он стал главой Мальтийского ордена, фактически все родовитое дворянство Европы было обязано признать его, если оно находилось в Мальтийском ордене, своим главой. И Павел мог его приказывать все, что угодно. Вот представьте ситуацию, когда во Франции, в Италии, в Испании, по всей Европе есть люди, которые юридически подчинены великому магистру, которым в тот момент является одновременный российский император. Так что агенты влияния у Павла появлялись замечательно. Я не думаю, что это изначально была мысль, но по ходу того, как Павел осуществлял свои функции как великий магистр, эта мысль начинает у него возникать. И вот представь себе ужас. В Европе непонятно вообще, кому подчиняться. Всем этим огромным земельным владениям, всем этим рыцарям, командорствам, бальяжам, языкам ордена. Известно, что теперь орден возглавляет российский император, он же великий магистр Павел Петрович. И те, кто хотят вступить в новый орден, они обязаны сначала согласовать это на местном уровне, свое поступление в орден, а потом их административное руководство должно переправить все это в Петербург, и там уже Павел получает деньги за то, что они вступают в орден, и подписывает документы о том, что они могут стать членами Мальтийского ордена. Это довольно сложная система, Павел до конца не успел ее реализовать, потому что не так долго оставался великим магистром, но Петербург, как в столицу Мальтийского ордена, должны были стекаться в том числе и довольно крупные финансовые средства. Любопытно, а кто-то из европейского дворянства запрашивал у Павла разрешение на вступление в орден? Да, в архивах российских есть документы о том, что европейские дворяне просят разрешения вступить в германское приорство, венецианское приорство и многие-многие другие.
Правда, возник вот такой казус, когда многие получали отказ, потому что не предоставляли необходимого пакета документов. Мальтийский орден всегда привлекал самозванцев. Ну, чего проще? Повесить на груди вырезанный из белой тряпочки восьмиконечный крестик и стать членом Мальтийского ордена. И такие случаи тоже были. Многие думали, что российский император не будет обращать внимания на какие-то детали. Но для того, чтобы стать членом Мальтийского ордена по праву, вы должны были предоставить туда документы. В первую очередь документ о том, что вы не менее чем 150-летний давности имеете дворянство. А многие французы, например, как им было достать такие документы из Франции в тот момент? Практически невозможно. Очень много отказов было, в первую очередь, французским дворянам, которые хотели поступить в орден. Но вот если они могли поставить документы, что их брат, дядя или дедушка был в Мальтийском ордене, тогда автоматически их по этой статье принимали в Мальтийский орден. Долгов тоже не должно было быть. Там было несколько условий. Одно, самое главное, вы должны были быть добрым христианином. Соответственно, надо было представить доказательства крещения. Второе, нужно было представить 150-летнее дворянство. Третье, что вы доброго поведения, находитесь в воинской службе, а если вы несколькомесячный младенец, тогда крепки ли вы сложением, имеется ли у вас видность, что в будущем будете годны к воинской службе, ну и вот такие фьючерсы для будущего поведения. Если вы хотели вступить в орден, у вас не могло быть долгов перед казначейством, а если вы должны были кому-нибудь деньги, мальтийскому жиду или еще кому-нибудь, это было уже ваше личное дело. К вопросу о христианской вере. Самый, пожалуй, дискуссионный вопрос в том, что орден – институт католический, а Павел-то православный. А еще орден монашеский, а Павел женатый, 10 детей у него. Хотя в том же польском приорстве были ведь наследные командоры ордена, они получали разрешение на вступление в брак, иначе они не были бы наследными. Это длинный вопрос, я попробую на него ответить вкратце. Что касается обетов. Действительно, все родовые командорства польского приорства, они были людьми женатыми. Но, как я вам объяснял, это был компромисс, и римский папа, вернее, великий магистр попросил у римского папы специальное разрешение, и все эти родовые командоры получили свой статус родовых командоров, невзирая на необходимые орденские обеты. В истории ордена всегда были люди женатые. Еще со средних веков, с 16 века, мы знаем, что многие приорства возглавлялись отпрысками царственных монархий, иногда бастардами даже, которые состояли в ордене. Была такая форма почетного членства. Например, Борис Петрович Шереметьев, первый русский кавалер, он был почетным кавалером Большого Креста. Когда Павел стал протектором Мальтийского ордена, посланник ордена в России, граф Юлий Помпеевич Литта, он вел очень тонкую дипломатическую игру. Сохранились его письма великому магистру Эммануилу Дорану, в которых он пишет: «Пожалуйста, дайте Павлу Первому и его окружению большие кресты, но как-то, когда будете присылать документы, опустите слово «почетный». Не надо им об этом знать. Наоборот, подчеркните, что Павел войдет в управляющие институты ордена». И это было просто обман. Но когда Павел из протектора превратится в великого магистра, то это превратится в огромную проблему. Никто из российских кавалеров не приносил никаких обетов. В первую очередь, обета безбрачия. Потому что был обет послушания, был обет бедности. И тут Павел, действительно, с 10 детьми, у которого официальная фаворитка, у которого пара метресс, от которых он ожидает рождения детей. Это всегда было в истории ордена. Но это отдельная история, связанная уже с нравами ордена в 18 и в прочих веках. Это первая часть вашего вопроса. Вторая часть относительно религиозных воззрений Павла Петровича. Мы можем здесь только гадать, что было на самом деле, но имеем довольно интересные документы. Самый интересный документ был опубликован в 1900 году в журнале «Русская старина» о том, что российский посланник Лизакевич общался с римским папой, и римский папа изъявил желание приехать в Россию для проведения переговоров о присоединении католической церкви к православной. Тут присоединение, объединение, трудно сказать, какой глагол имелся в виду, но такой документ действительно существовал. Правда, как мы знаем, посланники часто выдавали желаемое за действительное. Что было на самом деле во время этого разговора Пия VII и Григория Лизакевича, мы точно не знаем. Но есть очень интересный дневник Станислава Августа Понятовского, который, лишившись польской короны, оказался в России, где Понятовский пишет 15 сентября 1797 года о том, как он общался с Павлом Петровичем. И Павел Петрович завел разговор на религиозную тему. И в результате этого разговора возникла тема, что через 3 года в Европе будут великие потрясения в смысле религии, что произойдет объединение, придет оно с севера, а под севером
понятно, все читали «Россию». И Павел был человек очень религиозный. В Гатчинском башенном кабинете показывали место, протертое его коленками во время молений. Что затевал Павел, мы до конца не знаем. Но то, что для него не было конфликта между великим магистерством и своим православием, мы знаем точно. Но был образчик. Павел вообще мало что придумал сам. Он в основном брал какие-то прецеденты и превращал их в общую норму. Дело в том, что когда в начале 16 века часть земель ордена в результате реформации откололась от него, то возник Бранденбургский бальяж на прусских землях, где орден продолжал функционирование, но он был лютеранским. И в конце 18 века на Мальту принимали деньги, посланные от лютеранского Бранденбургского бальяжа. Долго орден упирался, не хотел иметь ничего общего с лютеранами. А вот во второй половине 18 века, когда ситуация финансово ухудшилась, как-то на это стали смотреть сквозь пальцы. Поэтому были уже примеры, когда действительно члены ордена были не католиками, но в данном случае, правда, протестантами. Очень похоже на то, что называют экуменизмом и сегодня часто ругают. Как я уже сказал, у нас есть много информации, но нет общей картины. Действительно, в этот момент много было разговоров, шуток по поводу экуменистической церкви. И митрополит католический Сестренцевич в своем письме описал следующую ситуацию, как за обеденным столом оказались петербургский архиепископ и католический священник. Павел I пошутил, что церкви сближаются, а православный иерарх поднял тост за то, что церкви все ближе и ближе друг к другу. Так что это было и на уровне шуток, и на уровне разговоров, а на уровне слухов это было просто, наверное, главной темой для разговоров в тот момент в Европе. И сейчас это тоже можно трактовать по-разному, в зависимости от того, какой точки зрения придерживаешься. Совершенно верно. Поэтому нельзя говорить, как было. Мы можем излагать факты и что-то предполагать на их основании. Но политика Павла I очень часто коренным образом изменялась. Он шел в одном направлении, упирался в какой-то факт и начинал двигаться совершенно в другом. Все логично и понятно. Она была не такой хаотичной, как у его прадеда Петра I, но Павел действительно полагал, что если есть основания для коренного изменения внешнеполитического курса, то нужно это делать. И именно поэтому он вышел из второй антифранцузской коалиции и, оценив шаг Наполеона по освобождению российских военнопленных, и в первую очередь, то, что Наполеон предложил Мальту отдать великому магистру, то есть российскому императору, оценил и порвал с Великобританией, порвал с Австрией, и начались переговоры, наоборот, о союзе с Францией. И здесь камнем преткновения тоже стала Мальта. Достаточно известна английская гравюра, где Павел изображен на ринге, и один глаз у него как будто подбит и залеплен повязкой, а на повязке надпись «Мальта». Мальта действительно была стратегически очень важным пунктом. И если почитать как раз с конца 18 века и по середину 20 века письма людей, связанных с внешней политикой, генералов, военных деятелей, они все пишут, Мальта – это самый главный пункт, потому что Мальта находится в чрезвычайно удобной географической позиции. Невозможно отправить транспорт из Европы в Африку, минуя Мальту. И немецкие генералы во время Второй мировой войны все время писали, нельзя наступать под Аль-Аламейном, не захватив Мальту. Нельзя наступать под Сталинградом, не захватив Мальту. И когда шли переговоры в начале 19 века, будь то Амьенский мир 1802 года, будь то переговоры последующие вплоть до 1810 года, все время Мальта является неразменной монетой, а наоборот очень важным пунктом в этих переговорах. И Павел выступал так же, как Великобритания на этих переговорах с позиции Мальта или ничто. Если разговор о Мальте решен, все остальные пункты можно решить после. Но также выступала и Великобритания, и также действовал Наполеон, но правда для него Мальта могла быть как раз разменной монетой, если он бы Россию смог из антифранцузской коалиции исключить и, наоборот, получить на свою сторону. Что он и сделал. А в результате полностью разорваны отношения с Англией, блокада английских кораблей. Даже не блокада, а эмбарго. То есть арестовали все британские грузы, всех английских офицеров, которые служили в российском флоте, отправили в Москву. Что?
Что пошло не так? Почему Луи Жозеф все же не переехал в Россию? Я думаю, потому что у него были более важные задачи. Потому что французская королевская фамилия, если у нее были силы, она занималась решением своих конкретных задач. Будущий французский король Людовик XVIII оказался в Метаве, но потом его оттуда изгнали. Возможно, Луи Жозеф, которого Канде, которого связывали с Павлом старые приятельские отношения, счел, что у него в России так все хорошо, а для него важнее было решать другие задачи европейские. В России именно в Гатчине своеобразным памятником Мальтийскому ордену является приорат. Кроме того, сейчас активно ведется реставрация Троицкой дворцовой церкви, и все, кто попадает в Гатчину, обязательно вспоминают о мальтийских святынях, которые были переданы Павлу I как великому магистру. Где, когда и как и почему это произошло? Насколько ведь я понимаю, изначально гроссмейстер ордена Фердинанд фон Гомпиш, вывозя святыни с Мальты, не собирался никому их передавать. У меня нет однозначного ответа, как состоялась передача. Дело в том, что есть документы официальные, письма Николая Петровича Шереметьева, в которых он пишет, что в 99 году в Россию прибыла делегация богемского приорства, которая привезла мальтийские святыни Павлу I как великому магистру. Почему богемское приорство? Потому что великий магистр Фердинанд фон Гомпиш, он был член богемского приорства. И вот он был сначала главой приорства, потом он оказался на Мальте и был выбран великим магистром. Когда он покинул Мальту, то ему разрешили увезти с собой мальтийские святыни. Правда, пишут, что Наполеон потребовал, чтобы оклады из драгоценных камней остались у французов. Этот Гомпиш оказался в Триесте, и логично, что потом он, будучи неизложен, отдал вот эти святыни своим собратьям по богемскому приорству. Но есть воспоминания Александра Башилова, адъютанта Павла, который пишет, что за какие-то непонятные заслуги российский посланник Разумовский именно Башилову передал эти святыни, и он их привез Павлу, который тут же возложил на него мальтийский крест и облобызал. В данном случае сначала побил шпагой, а потом уже облобызал. Что было на самом деле, я не берусь выбирать. Скорее всего, Башилов придумал, а официальная депутация привезла эти святыни. Но в любом случае, все три главнейшие святыни оказались в Петербурге. И поскольку привезли их в Гатчину, то в последующем, на протяжении многих лет, фактически до революции 17 года, был вот праздник перенесения святынь мальтийских в Гатчину, где они оставались с октября по декабрь, а потом их обратно увозили в церковь Зимнего дворца, где они в специальном ковчеге хранились. Так или иначе, в октябре этими святынями благословляли на брак дочерей Павла I, Александру и Елену. Хотя о том, что мальтийские святыни кто-то передавал Павлу так торжественно, в камерфурьерских журналах вообще не указано. Депутация богемского приорства приехала в Гатчину 3 августа 799 года, и она привезла вот эти регалии. И думаю, что вот адъютант Павла Башилов, ну, что-то он забыл, перепридумал. Он был человек лихой, веселый, да. Потому что все-таки и Лабзин, главный историограф, который был официально назначен историографом Мальтийского ордена, зафиксировал эту дату. И в других документах это есть. Ну, а что касается вот этого праздника перенесения святынь, то вы действительно правы, это было просто приурочено к красивому церемониалу с обручением дочки Павла с иностранным принцем. Александр, я уверен, что эту историю вы знаете значительно лучше, чем я. Почему история Мальтийского ордена, которая вызывала такой интерес у Павла, перестала интересовать последующих правителей? Из-за той самой катастрофы? Тут несколько моментов. Первое, случились вот эти события с захватом Мальты. Вы абсолютно правы, чрезвычайная ситуация, и никто не мог представить себе такого развития событий. Второе, это деньги, как обычно, потому что фактически любой император, зайдя на престол, провозглашает: «Я буду заниматься внутренними делами, а про внешнюю политику активную на время забываю». И Александр Павлович, как и все прочие императоры, без исключения, провозгласил то же самое. И когда выяснилось, что содержание Мальтийского ордена стоит Российской империи примерно 1 000 000 рублей в год, правда, ассигнациями, не серебром, то начались разговоры о том, что не худо бы ситуацию как-то изменить. А после Тильзитского мира, когда Россия действительно стояла на грани финансового краха просто, когда бесконечно девальвировались деньги, когда ассигнационный и серебряный курс разошелся 5 раз, то надо было спасать Российскую империю финансово. И почему орден исчез в
пределах Российской империи. Потому что в 1809 году Спиранский и Богульянский предложили финансовый план, который был принят в начале 1810 года. И в этом плане было написано уничтожить институты Мальтийского ордена как средство экономии. Что и произошло ровно в 1010-11 году. Правда, странным образом произошло, но это отдельная история. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, может быть, если бы кто-то захватил Мальту в 1815 году, Александр Павлович и был бы заинтересован стать новым великим магистром, он тоже был в мистических настроениях, хотя совсем не таких, как его отец, но просто так сложились звезды. И вначале своего царствования Александр согласился стать протектором, а потом понял, что и это стоит красивое звание больших денег, отказался и от титула протектора. Возвращаясь к внутренней политике и к упоминанию вами Петра Первого, а нет ли параллелей, что Павел пытался создать на основе Мальтийского ордена новое служивое сословие, новое рыцарство, как его прадед создавал дворянство вместо боярства? Так говорили современники, так писали историки. Наверное, так. Но в данном случае это область предположений. Поскольку биографии мальтийских кавалеров, а их в пределах Российской империи было около 1500 человек, довольно большая цифра. Нам известны эти биографии. Я могу вам сказать, что там были люди очень благородные, а были просто отъявленные негодяи. Поэтому ни к чему это не обязывало. Наверное, самая главная вещь, которая отличала орден в России от ордена предшествующих эпох и последующих, тем, что во все времена были действительные члены ордена и недействительные. Действительные члены ордена – это те, кто приносили все обеты и кто должен был соответствовать, ну, хотя бы в теории каким-то идеалам. А в России орден носили люди, не приносившие никаких обетов. Нет никаких свидетельств о том. Они приносили клятву верности великому магистру. Был обряд, сопряженный с стучанием шпагой по плечам, облобызанием нового брата. Но они не приносили обетов, которых сам Павел не приносил. Было бы странно, если бы он требовал от них того, чего не требовал от себя. Это обычная ситуация. Не может глава чего-то требовать от подчиненных то, чему сам не соответствует. Иначе это абсурд. Спрошу вас как хранителя фонда нумизматики. А те кресты, которые были привезены Павлу, были ли они какими-то особенными? С этими крестами замечательная история. Дело в том, что изначально Павел получил крест, осыпанный бриллиантами. Жулио Рената Литта привез крест, осыпанный бриллиантами, который якобы принадлежал великому магистру Эммануилу Дораану. Потом Павел получает исторические кресты, которые принадлежали трем, наверное, самым знаменитым великим магистрам ордена, Жану де Лавалетту, который был героем Великой осады Мальты в 1565 году, Пьеру де Бессону, героя Родосского сидения, наверное, еще более героического, и Адаму де Лиль Адаму, человеку, при котором орден, выдержав героическую осаду, был вынужден покинуть Родос и в результате оказался на Мальте. Вот три самых знаменитых магистра, и кресты всех трех получает Павел Петрович. Они хранятся сейчас в музеях Московского Кремля, но я хочу вам процитировать слова из письма Литты, которые он пишет в самом начале 1797 года, еще даже конвенция с орденом не подписана российским императором, на Мальту. Хорошо было бы назначить для его императорского величества древний мальтийский крест, прежде принадлежащий Вилье де Лиль Адаму, Лавалетту или де Бессону. Я не сомневаюсь, что таковой найдется или в нашей церкви Святого Иоанна, или в арсенале, или в казначействе. Я вполне уверен, что таковой крест отыщется, особенно если поискать с добрым желанием найти. Ваше преимущество лучше меня. Знаете, что вера порождает чудеса. Наверное, этот документ можно читать по-разному. Я его читаю как призыв к великому магистру взять кресты и назвать их соответствующим образом. И эти кресты, они действительно были на Мальте. Мы даже видим эти кресты на рисунке иконы Филеровской Божьей Матери, которая украшала собор Святого Иоанна, сокафедральный собор. И рисунок этот сохранился, и там на окладе иконы привешено огромное количество драгоценных крестов. Но вот принадлежали ли они этим великим магистрам, или чудо произошло, потому что Литта о нем очень попросил, это вопрос, который, наверное, каждый может дать ответ свой на него. Может быть, мальтийцы воспользовались любовью Павла к разного рода церемониям, ритуалам. Они же не могли не знать об этой страсти императора. Да, Павел очень любил ритуалы. Более того, мне кажется, что граф Литта специально у императора страсть к этим ритуалам поддерживал. Поэтому, да,
Мальтийский орден был связан с замечательной обрядовостью, которая российским церемониалам, в общем, не была очень присуща. А тут каждый раз можно было разыгрывать эти ритуалы с сожжением костров. Вот мало кто знает, с чем был связан этот ритуал. Вообще, раньше просто в средневековые времена жгли простыни, которые в орденском госпитале находились в день святого Иоанна. Но вот Павел ходил со всеми столпами ордена, с факелами, жгли эти костры. Но справедливости ради, надо сказать, что поначалу Павел очень в эти ритуалы все играл. А вот последний год царствования, мы когда смотрим на бумаги посещения Павлом этих мероприятий, его фактически нигде нет. Он наигрался уже в эти игры и понял, что времени просто слишком мало, чтобы тратить время на это. И опять же приходим к тому, что царствование Павла прервалось на очень интересном моменте. И чем больше мы его исследуем, тем больше загадок и вопросов, на которые ответить практически невозможно. И к чему могли привести желания и стремления Павла, мы никогда не узнаем. И это очень жаль. Я с вами согласен, но, как любое непродолжительное царствование, павловское вызывает много вопросов. Раньше его считали едва ли не идиотическим, теперь его считают, наоборот, царствием, в котором могло реализоваться замечательные достижения. А нам остается только, наверное, не гадать, а фиксировать то, что было, и что-то четко излагать, потому что что-то мы знаем хорошо, какая погода была в Петербурге или в Гатчине. А вот идеи по поводу нового крестового похода на Кавказ под эгидой Мальтийского ордена – это лишь предположение. И очень важно проводить черту между разными источниками информации. Это очень важно. Спасибо большое, что вы это отметили, Михаил Борисович. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Напомню, с нами на связи хранитель фонда нумизматики Русского музея, старший научный сотрудник, кавалер креста или ордена Pro Merita Militensis, или как правильно звучит ваш титул? Есть сам Мальтийский орден, чтобы вы понимали, в котором состоит порядка 70 действительных членов, которые приносят все обеты, и тысячи, многие тысячи разного уровня людей. А есть орден Pro Merita Militensis, у которого тоже много рангов, который просто дается за какие-то услуги ордену, за внимание, за проведенную выставку. Вот, значит, Михаил Асварич, командор Мальтийского ордена Pro Merita Militensis за особые заслуги. Спасибо вам огромное, будем рады видеть вас в Гатчине. Спасибо, как только будет хорошая погода, с удовольствием приеду. История ни одного города – это канал музея-заповедника Гатчина. Разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях. Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название – Павел I и Последний. В нашей истории много нового. Подписывайтесь.